Добрый день! Я сегодня с набором продуктов здорового питания. Надеюсь продержаться не подольше на правильном питании, а вообще как бы так на более здоровое питание постараться перейти как можно плотнее. Я делаю попытки не есть жареного, не есть острого, там какие-то излишества убираю. Но сейчас хочу более плотнее сесть. Поэтому вот пошла, потратила 600 рублей. Кстати, я шла за содой. У меня заканчивается сода. Вон она стоит. Поставила на виду, чтобы не забыть, когда буду собираться, что сода заканчивается. Я по системе пью соду по утрам. Вечером у меня не хочется, а вот по утрам я пью. Ну и думаю, пойду за содой. В общем, я сходила, купила. Все на свете. Соду я забыла. Вспомнила, когда пришла, стала выкладывать продукты. Ну вот ровно 600 рублей потратила. Вот яблоки и мед 210. Овощи получается. Это я лук специально, который растет, купила, посажу в поддон. Я люблю зеленый лук с подоконника. Как раз сотня без 2 рублей. И остальное получается какао и вот всякие разности. Как раз еще 300 рублей. Это у меня кунжут белый и черный. Я его люблю. Это виноград необработанный. Вкусный, как чернослив. Такой вкусный. Очень мне понравился. Не удержалась, еще ягоду взяла. Вот. Это маш. Он очень хорошо проращивается. Вкусненько, как горошек. Как зеленый горошек кушается. Это видно, да? Тыквенные семечки. Без шелухи. И семя льна. Его можно и проращивать, и размачивать. Такую я себе набрала здоровую пищу. Ну и медик, это вместо сладостей. Я смешаю медик, кунжут. Сейчас найду рецепты в интернете. И буду объедаться вкуснятиной. Приятного аппетита мне и всем, кто захочет попробовать такие же продукты. Если получится, сниму свои опыты со сладостями, такими сыроедческими. Ну и если получится прорастить удачно в этот раз, зеленушки тоже покажу. Всем пока!